пожалуйста. Что? Но почему вы так выступили на Мажилисе и дорого ли вам ваш концерт? Я просто обратился к нашим коллегам. Дело в том, что сегодня вице-спикер начал официальное заседание правительства часа Мажилиса с поздравления с Днем Комсомола. Мажилис – это палата высшего законодательного органа Республики Казахстан. Республика Казахстан является независимым государством, в котором ведется своя независимая политика. В независимом Казахстане нет такого государственного праздника, как День Комсомола. Я считаю, что в парламенте официально, тем более вице-спикер на заседании официально Мажилиса, имеет право поздравлять с государственными праздниками Республики Казахстан, имеет право поздравлять коллег с теми днями, которые праздники посвятуются нашей идеологии Республики Казахстан. Дня комсомола нет в перечне государственных праздников, поэтому поздравлять друг друга лично мы можем. Для многих из нас с комсомолом связано много хорошего, но придавать ему значение на официальном заседании Мажилиса парламента, на мой взгляд, неправильно. Спасибо. Всего доброго.